Вот уже несколько лет наш город принимает участие во всероссийской акции под названием «Библия ночь». Цель ее благородна – поддержка чтения, популяризация книги, повышение значения библиотек в жизни общества. В этом году всех, кто пришел в Чеховскую библиотеку, ждали книжные выставки, фотопроекты, литературные викторины, турниры, вернисажи, фотосессии и экскурсии по ночной библиотеке. Знатоки и любители книг приняли участие в интеллектуальных литературных баталиях и кроссвордах. А здесь мы проводим турнир, блиц-турнир для знатоков Таганрога, кто знает лучше всех Таганрог, все, что связано с Таганрогом. Это рассказы, это Чехов. У нас происходит литературное лото. Надо, как в обычном лото, покрыть карточками всю картонку. Кто первый выиграет, тот получает большой приз. Ручка, конфета и прочее. Весь вечер гостей «Библионочи» развлекали различные оркестры. Участники детских театральных студий, были песни под гитару и много еще чего интересного. Известный таганрогский литератор Игорь Пащенко в рамках акции презентовал свою новую книгу «Амазонка». А помогли ему в этом юные актеры театра «Сад». Это книга о том, как встретились мужчина и женщина. И они еще не знали, что они полюбили. А встретились они 27 веков назад. Это время, долгие годы им понадобилось разобраться в себе, в своих чувствах. Понять, что не всем пророчества надо верить. Что надо даже те пророчества, которые вас не устраивают, перебарывать и добиваться своего. Я не знаю, это книга о любви на фоне исторических событий. Кремны, Порто-Пезана, нашествие гуннов, готов, монголов, осада англичанами, французами Таганрога. Или наоборот, исторические события на фоне любви, которая была между сыном Геракла Телефосом и амазонкой Танаисией. Завершился этот день розыгрышем счастливых читательских билетов и сертификатов.